Шахзаде. Настал час разлуки. Перед тем, как отправиться в путь, прислушайся к тому, что я скажу. Слушаю, повелитель. Мустафа, сын мой милый, слушай. Самое большое богатство – это ум. Страшнейшая нищета – это невежество. Опаснейший из всех грехов – это самолюбование. Великий дар твоим потомкам – твой добрый нрав. Сынок, не стоит водить дружбу с невеждой. Ибо даже замышляя благо, он тебе навредит. Остерегайся заводить себе друга среди скупцов. Ибо когда будешь ты нуждаться в помощи, он не поспешит к тебе. Так и знай. Не стоит дружбы и тот, кто имеет склонность к зависти. Ибо он продаст тебя за малость и покинет. Также остерегайся водить дружбу со лжецом, ибо он подобно миражу, далекое представит близким, то же, что рядом с тобой покажет далеким. Я уезжаю, чтобы представлять вашу власть и справедливость в дальней земле. Ваши советы будут со мной. Они будут словно факел освещать мне путь. Да здравствует султан Сулейман! Да здравствует султан Сулейман!